Всем привет, мои любимые! Давайте начнем с распаковки. Дальше мукбанг. Все в одном видео. Я только приехала домой с УЗИ. По магазинам походили с мамой. Мама провела, она поехала к себе, я к себе. Видите, там еще вещи лежат. Сейчас буду все раскладывать. И давайте начнем с распаковки. Купила в Грошике, в городе Мозыре, на площади Ленина. Вроде там не Ленинская, а площадь Ленина. Там вроде один грошик только. Смотрите, набор контейнеров по стоимости всего лишь... Сейчас я чек возьму, потом вам продиктую. Давайте рассмотрим. Давно мы с мужем хотели вот такой наборчик. Так, это у нас крышки. Разные цвета, так прикольно, да? Ой, ёлки-палки. Пластмассы, хоть бы, знаете, еще не разломать, а то только это купила. Это было СМР. И вот такие вот, ну пахнет жутко пластмассой, сейчас выветрится. Они, конечно, тонковатые, но здесь даже, смотрите, мера, мерное отделение. Ну классно, да? Даже хранить что-то в холодильнике, но ему надо выветриться и хорошенько все вымыть. Вот. Такой, значит, набор. А дальше. Ну, это в грошке. Давайте все покажу, что купила. Набор контейнеров 6,99. Шампиньоны. Ой. Так хочется шалухи с шампиньонами, но уже не сегодня. И хочется и запеченных шампиньонов. Вообще люблю эти грибы. Кто любит тоже шампиньончики и вообще грибы лесные? Ставьте лайк, пишите, какие любите больше. Так, шампиньоны. 400 грамм, 3,99. Потом, как увидела этот творожок, ребят, с маком. Такой, знаете, он как... И тут написано с желейками, желатинками. Минская марка. Я раньше подобное ела. Я не знаю, вот конкретно этот ела или нет. Не помню. Но вообще они вкусные. 400 тут грамм. Блин, как хочу я есть. Снежок, да? 3,29 называется снежок. Да, снежок. 3,29 по цене. Нормально. 7%. Дальше сметану. Белакт. Так, сметана у нас... 2,99. А что, 21? Да, 21. Угу. Далее сыр творожный на бутербродике. Сыр творожный у нас 2,79. 60%. Класс. Дальше. Вот такие вот сырочки к чаю, пусть тоже лежат в холодильнике. А здесь с вареной сгущенкой и с манго. Такие я еще не пробовала вроде, вот не помню. Что-то вот не помню. Сырочки. Как он у нас там? Сырок, так, да, сырок. 0,79. 79 копеек. Майонезик маленький взяла себе, потому что майонеза у меня вообще нет, знаете, пригодится. Даже делать там соус в шавуху. Немножко майонеза, немножко сметаны, перца черного и чеснока туда. Столичный, да, такой камако. Рубль 15 всего лишь. Мне нормально, мне больше не надо. Вот, дальше голландский сыр. 3,89. Мы просто с мамой покупали в одном чеке. Купила еще губки. Пусть будут в запасе. Такие прикольные цвета, да? Такие вот. Ну, этот, конечно, не очень, но этот вообще очень приятный. Такой лавандовый. Нормально это тоже пойдет. Белая кветка называется.
Так, губки. Вот мне интересно было, я губки не заметила, там стоимость. 1,79 рубль. Ну, их же надолго хватает. Они должны быть в запасе обязательно. У меня лично. Дальше пакетики. Набор пакетов. 2,50. Тоже надолго хватит. И уже в другом магазине. Это ж я все вам показала, да. Зашла. Сейчас чек возьму, кстати. Написано хлеб тостовый росинка. Рубль 35. И самое вкусное, что я сейчас прям очень сильно хочу. Давно искала такую фасоль с грибами в томатном соусе. Ребята, сейчас вот замочим баночку. Стоимость 4,71 за баночку. Не знаю, я, конечно, могу эту банку целую съесть, я вам честно говорю, так люблю фасоль. Обожаю. Я помню, раньше еще мы часто покупали такую фасоль, когда я еще была малая. Так ела я, так уминала. Там и морковка, и это, и это. Сейчас, в общем, будем есть. Это этот аромат. Как пахнет вкусно, ребят. Сейчас будем есть. И вуаля! Это фасольчика. У меня здесь помидорки, сыр сливочный и багет. Салат. Ребят, я еще не все тут выложила, да, вот у меня еще осталось, но я чувствую, наверное, всю банку мочу. Может быть, то, что я сильно голодная. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Состав. Вода, фасоль, грибы, шампиньоны, паста томатная, лук, сахар, масло, мука, соль, крахмал, лимонная кислота, чеснок, перец, черный и красный. Это, ребят, шедевр. Я такое очень люблю. Кто любит такое овощное, как рагу? Да еще с грибами. Бутербродик. Сюда еще листик. Помидорочку. Вот такой шикарный бутер у нас. Божественно. Все же, когда в магазин ходишь голодный, знаете, на все такими глазами смотришь, уже кажется, сосиски бы съел. Столько приятных комментариев. Благодарю от души. Хочу передать привет Валентине Тигуновой, моей замечательной звездочке, которая постоянно пишет комментарии. Целую, люблю, обожаю. Огромная благодарность. И доченьке привет, маленькой девочке.
всех от души благодарю за поддержку, ребята. Какой-то звук там. Или пакет упал. Но я закрывалась. Кису у родителей. Я думала, на Минск поеду. Я реально летящая птица. Все меняется, меняется. Я уже знаю, где продается такая фасоль. Ее еще тяжело найти, вот именно вот такую. Я это в жестяных банках не люблю. Именно в стекле. Вот это у нас сегодня ужин, ребят, это вообще. Мясо я не забирала у родителей. Уже думаю, что мне уже забирать. Как-то некрасиво. Ой, я еще к ним наезжусь. Туда-сюда. Тысячу раз. Ой. Мама говорит, ну поехали с нами, ну поехали с нами. Ну, сама точнее. К нам. Я говорю, не, мам. Я квартиру снимала, чтобы одна жить. Ну, на выходных с муженьком моим любимым, да? А не так. Чтобы вообще не ночевать дома. Блин, эта фасоль такая вкусная. Я уже все чувствую, у меня уже все. А так хочется еще. Вот она очень вкусная. Да что такое? На завтра оставлю. От души благодарю за просмотр. Целую. Как и обещала, роды будут 5 числа. До новых встреч!